Еженедельное оперативное совещание провели в Люберецкой администрации. О работе, проделанной за минувшую неделю, отчитались руководители структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб. За прошедшую неделю в люберецкую полицию поступило 2300 обращений. Возбуждено 27 уголовных дел, 22 раскрыты по горячим следам. За отчетный период произошло 261 ДТП и зафиксировано 2 пожара. Есть погибший. Люберцы, инициативный дом 67, многоквартирный жилой дом. В одной из квартир обгорели личные вещи и мебель в двухкомнатной квартире на площади 15 квадратных метров. Закоптились потолок в квартире на лестничной клетке. К сожалению, до прибытия пожарных подразделений скончалась гражданка России 40-го года рождения. В округе в этом году капитально отремонтируют 61 МКД. В 4 домах работы почти завершены. С наступлением весенне-летнего периода приступают к наведению порядка на детских игровых площадках. Это ремонт качелей, ремонт покрытия, это полностью смена песка в детских песочницах. И мы неоднократно на эту тему говорили, что песок должен быть мелкой фракции, речной, для того, чтобы дети могли реально, особенно малыши, в этих песочницах играть. И также приведение в порядок лавок, урн, для того, чтобы обеспечить комфорт для наших жителей. Работы будут выполнены до 15 апреля. На совещании обсудили вопросы ненадлежащего содержания дворовых территорий и контейнерных площадок, уборки мусора, ликвидации подтопления вследствие таяния снега, ямочного ремонта асфальта и ремонта железнодорожных переездов. Есть кадровые изменения. Начальник управления образованием Виктория Бунтина назначена на должность заместителя главы администрации. Руководителем службы ЕДДС системы 112 назначен Олег Тужиков. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.